друзья, это мой автомобиль. Вот я вышел. У меня с собой в руках, так, можно сказать, собойка. Меня Светлана снабжает диетическим питанием. Это наше здание, это вот соседи. Да. Тут написано «резервд» для нашего билдинга, но надо сказать, что паркуются все, кому не лень. Ну, видите, поэтому нам мест не хватает иногда. А вот студенты паркуются вон там вдали. Видите, там громадный кусок паркинга. Это, можно сказать, наш. Мы его прикупаем. Каждый месяц платим пару тысяч, чтобы у нас там могли студенты парковаться. Так, вот, смотрите, елочку привезли. Она в паки, ну, в полиэтилене пока. Цветочки. Вот, пожалуйста. Цветочки. Сейчас я сойду вот сюда. Зажгу свет. Это наши почтовые ящики. А, нет, у меня нет почты, которую надо бросить. Я думал, мне дала Светлана почту. Нет, не дала. Все. Я бы там ее положил сверху на этот ящик. А, так, вот, пожалуйста. Это наша дверь. Дверь. Оп. Будете показываться на камеру? Ну, покажитесь, улыбочка. Вот, видите, какие у нас симпатюли, друзья? Это наши. У нас вообще все симпатюли. Смотрите. Это Елена, наша работница. Прям как на свадьбу нарядилась. Смотрите, какая нарядная. Так, кто еще у нас тут есть? Помашите ручкой нашим зрителям. Скажите, это что такое вкусное у вас? Нет, нет, я такого не ем, но... У нас сегодня интервью первое. Компания. Они уже пришли? Нет, еще не пришли, но мы нервничаем. Это вам или это тем, кто интервьюирует? Это нам всем. Так, хорошо. Мне даже сегодня принесли подарки и угощения. Так, а вам что принесли? Мне принесли трюфеля, конфетки такие. И чай вкусный. Называется London Fog. Чай из Старбакса. Лондонский туман. Есть такая фирма одежная. London Fog. Есть такая. Да. Они Coats делают. Да, jackets. Делают плащи, да. Замечательно. Все, мы пришли в офис. Хорошо. Да. Девушки, помашите ручкой нашим зрителям. Вот. Интернета нет. Сейчас будем чинить. Это безобразие. У нас есть зеркало. Пожалуйста. Это я во весь рост. Так, сейчас пойдем разбираться с интернетом. А наш админ Сергей уехал в... Привет, где у нас Сергей? Сейчас находится. В Украине. Где? В Киеве. В Киеве? Да. А он что, из Киева? Нет, он не из Киева. Из Киева. Из Киева. Ну, значит, из Киева. Так, это у нас Анна Леонидовна, знаменитая Анна Леонидовна. Ну, уже не такая. Добрая фея нашего канала. Здравствуйте, Михаил Петрович. Да, да, здравствуйте. Давайте выпьем кофейку. Давайте. А мне говорят, покажите, как вы вообще в офис попадаете, а то в машине все заканчивается, да. Понимаешь? Вот, так, тут у нас, это учительская, вот, у нас учителей много нету, тут они по классам, там, кто где, да. Это у нас сюда рабочий беспорядок, это, друзья, манекен, мы на него периодически разные шляпки вешаем. Вот, например, вот тут у меня из последнего, из наших коллекций, так. Это вот газета «Правда» с моим днем рождения, 28 апреля 56 года, вот такое подлинное, можно сказать, почти подлинное. А это, друзья, нам дарят всякие вещи с глумливыми целями. Вот. Это наша зрительница сделала красивый такой сувенир. Вот, я его показывал раньше. Вот. У нас все стены в сувенирах, надо сказать. Ну чего, теперь надо достать ключ. Вот у меня связка. Достаем ключ. Открываем офис. Оп-ля. Вот, пожалуйста. Вот мой офис. Все тут хорошо. Знаменитый сексуальный микрофон. Хороший. Так, Анечка, я кружку вам отдам. Кружка Портнов Computer School. Уникальное произведение, потому что они уже все побились. Вот, три и осталось. Три осталось, вот, можно сказать, редкая вещь. Антик. Вот здесь мы и сидим.
Тут же у меня, вы видите, тут головные уборы в большом ассортименте. Кнопка, серебряная кнопка YouTube. Заставка, бэкграунд для наших каналов. А это все подарки. Видите, вот этот медведь. Это мне с Урала откуда-то его подарили. Вот к борьбе за дело коммунистической партии. Пионерский такой горн. Вот. Так что мы тут все в сувенирах. Вот мой монитор, я тут работаю. Этот здоровенный сундук, это компьютер мой. Такой действительно большой получился, но неплохой. Вот, собственно, все. А еще у нас, видите, магнитики. Это у меня холодильник. Я там держу еду, которую Светлана мне дает с собой. И, видите, на нем много-много магнитиков из самых разных городов и весей. Вот некоторые полезные магнитики приносят. Видите, вот, магнитик, он же открывалка для пива. Может, еще что? Это откуда он? Москва написано. Друзья, Москва – город полезных предметов. Вот так вот тут все они и лежат. Все, давайте я с вами попрощаюсь. Сейчас, секунду, развернусь тогда на себя. Друзья, мы с вами прощаемся до следующих сюжетов.